Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. И сегодня я вам покажу одну проблему, которая у меня случилась вот недавно. Суть проблемы в том, что когда я начал записывать видео, при проверке записанного мной видео, я послушал его, и там было слышно только один наушник. Сидел я в наушниках, слушал свое видео, и слышу, у меня только один наушник рабочий. Сейчас разберемся, почему при записи у вас слышен только один наушник при проверке вашего видео записанного. Кликаем здесь расширенные настройки записи для видео. Как видим, основное устройство. Выбираем здесь не микрофон, а ваши динамики, через которые вы слушаете. Дополнительное устройство, ну понятное дело, микрофон выбираем. И после этого проверяем, и все должно быть в норме. Если нет, проверьте ваши драйвера, скачайте, какие нужно. Также, если вам тот способ не помог, есть другой способ, если не слышно. Как видим, здесь кликаем динамики правой кнопкой мыши, звуки, покажу на Windows 10. Здесь кликаем воспроизведение. Затем кликаем динамики два раза левой кнопкой мыши. Уровни, и видим у вас здесь вот звук. Кликаем баланс, и здесь левый наушник и правый. Если у вас, допустим, левый, он вообще там в ноль ушел, то прибавляем его так же, как и правый, чтобы слышно было. Если у вас правый ушел, делаем, соответственно, то же самое. Здесь потом нажимаем применить, окей. И все, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.